где на что требуется, лекарства. И буквально в тот же день к нам приехали, привезли те лекарства, которые требовались. И поэтому вот она благодаря этому всему жива. Потому что, к сожалению, мы у себя не можем держать определенное большое количество запаса лекарств. Надо очень срочно. Да и у нас средств таких нет, чтобы покупать лекарства. Целую аптеку, чтобы просрочиться и все прочее. А у этой вырвана часть крыла, ну, в общем, не восстанавливается. Мы ее залечили, ампутировать не пришлось. Неясы так в себя и не пришла. Но может кушать, проглатывает, летать не может, ничего не видит. Язва роговицы как была, так и осталась. Подожди, так она врезалась во что-то? Во что-то врезалась, во потому что она не знает. Была слепая. Она кровоизлияние мозга, ушибы внутренних органов. У нее так и до сих пор осталось что-то в животе, какого-то уплотнения.